Академии. Дело рассматривается... Там несколько экономических статей. Наверное, перечислять их нет смысла. Это и мошенничество, и неуплата налогов, и растрата. И... Платон Леонидович не считает себя виновным и считает данное уголовное дело сфабрикованным Генеральной прокуратурой. Естественно, позиция защиты совпадает с позицией Платона Лебедева, и мы в суде будем отстаивать его невиновность. Полностью.